my son. We do not fight because the world makes us fight. We fight for a greater purpose. We forge into the unknown. Fulfill the promise we made. No matter the darkness, nothing will stand in our way. В God of War 5 Один с Тором будут вместе сражаться против Кратоса, чтобы не было Рагнарёка. Поэтому в этой части God of War как раз мы будем сражаться за злую сторону, а не за добрую, как в четвертой части. Потому что сам Рагнарёк — это конец всему. Также Кратос на некоторое время может помириться с Фрейей, чтобы победить Одина и Тора. Потому что Фрейя как раз и есть одна из Валькирий. И в конце God of War 5 нам предстоит как раз с ней сражаться. И это все после того, как мы победим Тора и Одина. Фрей уже не будет смысла союзничать вместе с Кратосом, и поэтому она возьмет и начнет атаковать самого Кратоса с Атреем. И это будет самая зрелищная битва из всех, которые мы видели в God of War. Я надеюсь, что это все-таки будет, а если будет, то я красавчик. Также в God of War 5 у нас будут новые клинки, а именно клинки Вальхалы. И как раз они будут подходить больше всего Атрею. И как я говорил в одном из своих видео, что мы будем играть из-за Атрея. Но как будет проходить система прокачки, я пока что не знаю, но я уверен в том, что она будет разная. То есть у Кратоса есть своя прокачка, как было в God of War 4, и в Кратосе будет своя прокачка, и так можно будет меняться персонажами. Также Кратос будет драться с Фенриром, одним из сыновей Локи, но Кратос против него будет сражаться совершенно один. Сам же Атрей уйдет от Кратоса и пойдет себе своей дорогой и найдет Хермода. Но что было дальше с Хермодом, я уже рассказывал в одном из своих видео. Позже Атрей снова прибегает к Кратосу и видит, что он дерется с Фенриром. Фенрир видит еще одного человека, бежит прямо на него, чтобы напасть, но останавливается, потому что узнает в Атрее своего отца Локи. Сам же Атрей в недоумении, что же на самом деле случилось. Но в итоге волк ему рассказывает, кто он на самом деле. Но они общаются так, что только Атрей может понять самого волка, и то они общаются телепатически. Кратос же хочет нанести последний удар, но этому помешал сам Атрей, говоря Кратосу, что волк просто хотел себя защитить, потому что сам Фенрир освободился только недавно от проклятых цепей, которые удерживали его, чтобы не начался Рагнарёк. Также можно сказать, что сам Кратос вместе с Атреем освободили как раз этого Фенрира. Но это всего лишь теории, поэтому точно я сказать не могу. Как раз God of War 5 и покажет, что на самом деле будет происходить. Но точный факт того, что мы будем сражаться с Фрейей, Одином и Тором. Поэтому самая первая теория более правдивая. Также есть очень большой слух, что Кратос все-таки Тюр. А как мы знаем, у Тюра не было одной руки. Если посмотреть на фреску God of War 4, где якобы лежит Кратос, то мы можем заметить, что у него нету одной руки. Но на самом деле это не Кратос, это все-таки Хермод, посланник Одина. Также в волшебные оковы Фенрира заковал сам Тюр. И он как раз ему и откусил эту руку. Все потому, что Фенрир как раз и вславился тем, что он может разорвать любые оковы. И он согласился снова заковаться с условием, если ему кто-то из асов поставит руку в его пасть. После этого как раз Тюр лишился одной руки. Могу еще добавить очень логическую теорию. Мировой змей, как раз Фенрир и Гарм. Это четыреглазое существо, похожее на собаку, которое сохраняло как раз мир мертвых. А вообще финальная битва God of War 5 может происходить именно так, что Фенрир убьет Одина, Фенрира убьет один из сыновей Одина, Йормунганд с Тором убьют друг друга, и Гарм с Тюром тоже убьют бьют друг друга. И если добро или зло не может победить, то придет великан Сурт, который сделает всю свою мощь, чтобы начался Рагнарёк. И закончится тогда битва тьмы и света. И самое что прикольное, это все из-за Атрея начнется. И поэтому можно логично подумать, что Тор как раз в конце 4-й части пришел к Кратосу и Атрею, чтобы как раз и убить Атрея. Чтобы он не сделал как раз этих трех сыновей. Вот как раз вот так вот и будет все происходить в God of War 5. Вот эта последняя теория как раз более реалистичная, потому что как раз она из мифологии. Ну на этом все как раз, ребятки. Пишите свои теории в комментариях, подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Ну а с вами как всегда был ваш покорный слуга Gold Thunder. Да пребудет с вами Кратос. I was trying to make you a great warrior. You succeeded. Kratos had done the impossible. A mortal defeating a god. Ares was no more.